Мужики, не поверите, что я увидел. Кролик в Москве. В Москве на улице кролик. Вот, я на улице нахожусь, это не где-то в доме, это на улице. И здесь вот кролик. Блин, я вообще в шоке. Так главное этот, можно хоть в руки брать. Вообще не боится ничего. Вот что-то копает там. Кролик. Опа, уши наострил. Блин, ближе что ли подойти? Ах, убежал. Боится. Кролик. Сейчас я перееду. Ладно, оставлю его в покое. Правда, он здесь, мне кажется, долго не проживет. В городских условиях. Так я не у кого-то дома, смотрите, я на улице. Здесь вот улица, люди ходят. И кролик. Так, ладно, поеду дальше.